Всем привет! Сегодня мы пришли в Гринбир, который находится в центре города, возле ТЦ Пушкинский. Вот, давайте посмотрим меню. Здесь различные закуски к пиву. Пивной взрыв, раки, жареная мойва, сырные шарики, куриный хворост фри, креветки в кунжуте, креветки в пиве, бастурма и суджук какой-то. Кольца кальмара, не пробовала такой суджук. Луковые кольца, еще закуски, гренки дешевые, вот гренки я вижу, да. Холодные закуски, свежие овощи, ассорти из сала, рыбное ассорти, скумбрия пряного посола, ассорти из сыров к пиву, окрошка. Крошка дешевая тоже. Салатики цезарь с курицей, лососем с креветками, греческий мюнхен салат. Я, кстати, заказала салат цезарь с курицей. Я его очень люблю. Горячие блюда. Язык с грибами, куриные ребра, говорю. Свиные ребра с картофельными крокетами. Уже заговариваюсь, хотя еще не пила. Блюдо от Николая. Интересное название. Стейк баварский, стейк из семги, баклажаны под сырной шапкой и зеленью. Вот это, наверное, вкусно. Я люблю вообще овощи, баклажаны. Так, шашлык из курицы и свинины есть на мангале. Мой муж заказал свиной шашлык. Люля-кебаб из курицы, из телятины есть. Гарниры, овощи, гриль. Картофель фри на выбор. Дольки, крокеты, брусочки, соусы, лаваш, лепешка, фреши, мороженое. Вот и все. Вот, то есть на одной стороне. Вот меню такое у нас. Посмотрели мы. Смотрите, теперь здесь у нас пиво. Четыре вида пива. Мы взяли светлое нефильтрованное, алкоголь 4,5%. Вот остальные там слишком. Так, и вот еще у нас тут напитки: бренди, виски, ром, текила, водка, настойки, ликеры, вермуты, алкогольные коктейли, безалкогольные коктейли, лимонады, красные вина, белые вина, игристые вина, безалкогольные напитки, кофе, чай в чайнике. Посмотрите, какие цены. Нам принесли пиво. Вот в таких бокалах. Пиво вообще классное. Классное? Холодное, я чувствую. Сейчас попробую. Вообще, блядь. Да, вкусное вообще. Я такого пива давно не пила. Да, вкусное, хорошее. И мягкое. Не горчит ничего. Да, мягкое, не горчит. Отличное пиво. Красивые бокалы. Пиво всем советую. Спасибо. Проедем. Ну, вид вроде ничего. Ну что, вкусно? Да, умею. Чё ты так сначала скорчился? Не очень, что ли? М? Не, вкусно. Вкусный, да? Ну, конечно, надо вкус понять. Цветы. Угу. А не так, что взять и забывать все время то, что закажешь, а не мата одна. Тебя не слышно, что ты там говоришь. Че, шашлык вкусный. Ну, такой вкусный шашлык. Ты бывает закажешь, что он вообще никакой.
А соус это что у тебя? Шашлычный, да, соус? Ой. Вкусный соус? Да, вроде. Такой вот самоделка. Mm-hmm. Лавашек тебе туда положили, да? Ну, лучок. Да. А у меня вот салатик Цезарь. Ну так его много. Так что по цене нормально, это того стоит. Сейчас буду пробовать. Ну вот, друзья, я попробовала салат Цезарь. Салат вкусный, но суховат. Не хватило мне заправки. Я ее там практически вообще и не увидела. То есть, если заправить его даже майонезом, он был бы намного вкуснее. Потом еще вот мы заказали вот такие гренки за 195 рублей. Греночки вкусные, с чесноком, такие вот жирненькие, конечно, калорийные. Как тебе греночки? Греночки за час, очень вкусные. Ну да, зачет. Взяли хлеб, короче, они, обычный хлеб, порезали вот так брусочками, чесноком помазали. И 200 рублей. Это все можно, конечно, дома сделать. Не так все просто. Ну, обстановка тут такая вот. Смотрите, какие тут люстры. Сквозняк тут есть, потому что ветер поднялся. Кальян здесь можно заказать. Вон девушки курят кальян. Такие вот кресла. Тут диванчики удобные с подушечками. Вот я на подушечке сижу. Коврами. Какие цыгане, какие медведи, какие ковры. Котик, ты что, опять свои шуточки? Почему? Гренки не можно жарить. Ну, мне кажется, ты их и съешь, гренки. Ну, доедай, доедай. Я вот одну греночку попробовала. И салат вот никак не могу доесть. Ну, потому что его как бы много было. Очень вкусно. Как бы мы не особо расплатились, правильно? Пиво вкусное. Пиво вообще хорошо. Ну, растратились, вот полтора. Здесь два счета, это отдельно бар, 375 рублей получается за пиво у нас вышло, и еда 1145 рублей. Вот такой вот ценник. Ну, как бы салат, вот говорю, салат, если честно, Цезарь вкусный, но где заправка, заправки там вообще не было. Сыра, пармезана тоже, ну, кот наплакал, кинули. Как-то вот гренки тоже. Ну, пятерку точно я не поставлю. Пиво вкусное. Шашлык, ну, тоже на четверочку. Шашлык я тоже попробовала, поэтому, ну, четверочка. Не, почему? Шашлык вкусный. Ну, просто уже, ну, как? Ну, не то. Ну, как всегда, она такая, что... Ну, у тебя шашлык, Котя, вкусней. Ну, намного. Понятно. Намного. Что свиной, что куриный. И сочнее, и вкуснее, и вообще. Ну, это как бы не сравнится. Так что, ребята, думайте сами. Ну, как бы прийти можно сюда, в принципе. Пиво попить с гренками за 200 рублей взять и все. Если эконом-вариант. Вот. Ну, или... Можно покруче, конечно, отдохнуть. Тут и выбор напитков, и кальяны. Так что смотрите сами. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.